Всякая история имеет свое начало и свой конец. Всякая история повторяет множество уже случившихся историй. Я расскажу тебе одну из них, из случившихся. Раз, два, раз, два. Года я ждал главной роли. И теперь у меня есть возможность ее получить. Но. Всегда есть какое-то но. Выбор. С одной стороны, мы обречены всю жизнь выбирать, а с другой стороны, это дар. Выбор – это дар. Он позволяет корректировать судьбу. У меня же есть девушка. Мы собираемся с ней пожениться. Слушай, я помню, что мне рассказывал, что играл один отрывок. Мой бед Марат, кажется, Леонидика. Да, Леонидика. У него ведь тоже был выбор. Да, Гоголь-ревизор, мой бедный Марат. Скупой рыцарь. Скупой рыцарь. Скупой рыцарь. Скупой рыцарь. Так. Анечка! Угу. Валентина, иди. Ну ладно, а поэзию, как вы какую-то уже тоже, да, проходили поэзию? Что-нибудь сейчас можешь, да, мне? Ну, давайте прямо вот на сцену выходите, и прям, не, прям в свет встаете, да, и просто попробуем, давайте. Угу. Аня! Ань! Папа, ты что будешь читать? Маяковского. Маяковского. Давай Маяковского. Попробуй, да. Давай, прям не бойся, начинай. Ага. Дрянь. Пока что мало перед.
Ничего, давай, соберись и громче. Громче, да? Ты на сцене, ты главный, ты центр. Давай, попробуй. И... Дрянь. Пока что мало предела. Дела много, только поспевай. Надо жизнь сначала переделать. Переделав, можно воспевать. Ну ладно, а с таким поэтом, как Жан Кокто, ты знаком? Ну, я слышал, но не знаю стих. Ну понятно, с чему вас учат, сейчас я не понимаю. Значит, смотри, у меня вот буквально 4 строчечки верхние, прям прочтешь мне, да? Я посмотрю, как ты с голоса берешь. Давай, попробуй. Так, опять свет встал, да? Ты прям читай, я тебе буду показывать ритм, давай. Ты просто со мной вместе, давай. Прям как, да? Давай, прям вот. Давай, прям как, да, прям со слов. И. Когда решат звезде мое присвоить. Прям говорит, когда решат звезде мое. Да, прям вот так вот. И со мной вместе. Когда решат звезде. Не останавливайся, не останавливайся, да? Когда решат звезде. Да, вместе со мной. И давай. Когда решат звезде мое присвоить имя, и все влюбленные к ним стремятся. Да, Рубен Тарасович? Что, Рубен Тарасович, я тебя сколько ждать буду? Кофе иди сделай. Да, когда решат звезде. Когда решат звезде мое та-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 та
Я запутался. Я правда не знаю, что мне делать. Ждать еще непонятно сколько лет, пока мне предложат главную роль. Согласиться. Тогда как я буду жить дальше? Шесть лет назад я закончил медвуз. В тот год психиатров выпустилось в 10 раз больше, чем нужно. И молодой, но тогда уже успешный профессор Стравинский предложил мне работу. Тогда передо мной тоже встал выбор. Профессор Стравинский? Профессор Стравинский. Love you too.